Мы уже приземлились в Анталии, ожидаем свои чемоданы, и сегодня стартует золотая конференция. Мы в предвкушении самых крутых эмоций. Начинается наша долгожданная золотая конференция. И, конечно, Oriflame все делает на высочайшем уровне. Мы в потрясающем отеле «Титаник». Снова вспомнили, какие золотые конференции, как круто. И снова нас компания радует классными, крутыми подарочками. Доброе утро, Анталия. Доброе утро, Oriflame. Мы счастливы, что мы здесь. Потрясающая неделя нас ждет. Конференция начинается. Глобальное мероприятие компании. Тусить будем. И отдыхать. Много впечатлений, такая территория огромная, красивая. В общем, будет, чувствую, круто. Точно рабочее настроение. Завтра такой мандраж даже немножко. Фантастически. Здесь наполняешься, вдохновляешься, дальше действуешь с неимоверной силой. У меня очень большие ожидания от этой конференции, потому что мы уже давно не встречались с такой большой делегацией. И для меня это, конечно, в первую очередь общение. Общение и возможность перенять опыт друг у друга, потому что живые встречи, они наполняют энергией, они мотивируют. С нетерпением жду быстрее своих партнеров, чтобы обнять их всех, пообщаться. Мы очень долго ждали этих моментов, чтобы все встретиться, пообщаться вживую. Соскучились по всем. Я думаю, что эти дни мы проведем очень плодотворно, насыщенно. Очень много будет мастер-классов, общения. И я горжусь тем, что мы наконец-то собираемся. Долгожданная конференция за рубежом, теплая, уютная, как обычно. Это обалденные эмоции. Oriflame, one love. В предвкушении мы уже видим какой-то крутой отель. Вот, и очень ждем все мероприятия компании, конечно, все новости. Я первый раз за границей, первый раз в Турции со своей мамой, как спутник, и у меня прям эмоции сразу, как я спустилась. Прям очень нравится, такой прям драйв. Я заряжена отдыхать. Эмоции просто зашкаливают от масштаба, от того, насколько компания ценит своих партнеров. Мы очень счастливы, что мы здесь, на золотой конференции. Ура! Роскошный отель просто. Компания, как всегда, умеет удивлять. И даже больше. Мы первый раз прилетели с компанией Oriflame на золотую конференцию. Впечатления незабываемые. Я первый раз за границей, первый раз на самолете. Трое суток дороги, но оно того стоило. Я всем очень-очень-очень рекомендую быть на таких мероприятиях. Мы приехали вместе с дочерью. Так что мы вам передаем огромный привет с Турции. Компания нас очень тепло встретила. Приезжайте вместе с нами.